Возвращаемся к теме погоды. Опять метель. Циклон с Балтийского моря продолжает определять погоду на северо-западной европейской территории России. Экватор недели теплый и снежный, но к концу семидневки ожидается приход циклонического вихря. Синоптики ожидают, что под влиянием его теплого фронта к выходным в регионе пройдет сильный снегопад, поднимется метель. Ну, о прогнозе погоды на 26 ноября расскажет Хайдар Хали. Всем привет, я Хайдар. Я расскажу о погоде на четверг, 26 ноября. Будет пасмурно, синоптики обещают снег. Температура воздуха минус 5 градусов. Ветер подует с юго-востока 2 метра в секунду. Ночью пасмурно и без осадков. Температура воздуха минус 6 градусов. Желаю вам хорошего настроения и удачного дня. Пока!